Всем привет, с вами Велострана и добро пожаловать в наш короткий обзор велосипеда от австрийской компании Велт, модель Edelweiss 2.0 HD27 2022 года. Этот велосипед оснащается облегченной алюминиевой рамой из сплава 6061 серии. Также здесь присутствует специальная женская геометрия с направленностью на комфортную посадку. На эту раму можно установить и полноразмерный болтовой багажник. И, конечно же, здесь присутствует внутренняя проводка тросов. Вилка здесь установлена от компании Hagen с ходом на 100 мм. Она пружинная, эластомерного типа. Есть возможность блокировки вилки, есть возможность поиграться немножечко с жесткостью. Колеса на велосипеде установлены размерностью 27,5 дюймов, собраны на алюминиевых ободах с двойным профилем. Втулки идут с насыпным подшипником. И покрышки здесь имеют ширину 2,1 дюйм, и у них протектор универсальный. Трансмиссия на велосипеде здесь идет полностью от компании Shimano, собрана на компонентах Tourney и Altus. Сзади здесь установлена у нас кассета. Тормоза здесь идут дисковые, гидравлические, тоже от компании Shimano начального класса, но это надежно проверенная временем гидравлика. Кроме того, рулевое управление на этом велосипеде у нас полностью алюминиевое, современных стандартов. Седло здесь идет специальное женское, оно более широкое, чем на unisex моделях, и здесь ярко выраженная мягкая вставочка. Если вы хотите более подробно познакомиться с этой моделью велосипеда и точно подобрать его размер, то, конечно же, приходите в любой из магазинов Велострана. А также вы всегда можете оформить этот велосипед на нашем сайте на доставку по всей России.